Маленькая Аня с веревочным курсом справилась быстрее своих товарищей. Как настоящий герой, она избегает сантиментов. Да и о сложностях тоже говорит скупо. На канате, да. На канате? А почему сложно? Ну, нужно весь нож держать. Дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, инвалиды детства. Этот праздник в Сормовском парке подарил им благотворительный фонд «Улыбка ребенка». Приурочили к завершению каникул, но сами организаторы говорят, как важно, чтобы такие яркие минуты были у детишек как можно чаще. Самое важное, чтобы у ребенка было настроение хорошее. И когда человек болеет, да, или нет возможности купить билет в какие-либо парки, такие достаточно парки дорогие, мы всегда стараемся детям помочь оплатить эти парки, чтобы у всех было хорошее настроение. Не всем было легко справиться с испытаниями. Пройти по канату, бревну, а здесь вообще надо владеть техникой ниндзя, чтобы не упасть. Тут без взаимовыручки никуда. Дети резвились, не теряя ни мгновения, ведь они столько ждали этого дня. Мне особенно понравился искать монету на пиратском корабле золотую. Мне больше всех понравилось... Как идти по канату? Как тебе? Тоже. Организаторы волновались, что из-за дождя придется переносить поездку, но обошлось. Они готовы морально были еще неделю назад. А те, кто умеет пользоваться интернетом, прочитали в интернете, посмотрели фотографии, расспросили друзей. Вы не представляете, насколько они воодушевились этой идеей. Все, кто справился с канатным городком, ждали батут, лабиринт, бои гигантскими мечами. И вряд ли хоть одно место в этот день в Сормовском парке видело столько искренних детских улыбок. Мария Ульянова, Василий Низов, Объективно, ННТВ.